Ну и на 11 июня 2022 года покажу вам виноградик. Сорт Преображения вообще выдает в этом году рекорд. Я не знаю, здесь на одном кусту больше 100 грон. Надо его проредить, но мне жалко. Поэтому, ну тут смотрите, все увешано. Ну однозначно тут больше 100 грон. Посмотрите. Здесь это двухрядная шпалера, двухполосная точнее. На той стороне тоже еще много гронок. Напишите в комментариях, что бы вы мне посоветовали. Проредить его, то есть половину убрать грон, либо же оставить все, посмотреть, потянет ли он такой урожай или не потянет. Конечно, ягода будет мелкая, мельче, чем когда их мало. Но посмотрим. Я все-таки склонен к тому, чтобы посмотреть, проэкспериментировать, потянет ли Преображение такое количество грон или не потянет. Буду давать ему много воды, хорошее подкормлю, подкормку сделаю. Но вы напишите свое мнение. Издеваться над этим кустом или не издеваться, проедить. Ну, то, что если оставить все гроны, на следующий год однозначно он будет урожай на нем никакой, потому что куст истощится так очень сильно, что, возможно, даже он не будет на следующий год плодоносить. Ну, а у нас уже цветет виноград. Вот оригинал, смотрите, уже цветет. А здесь один из любимых сортов — София. Тоже уже начинает цвести. Он, конечно, София рвет ягоду, когда влаги очень много. Но он очень вкусный. Мускат вообще обалденный. И сама ягода крупная и вкусная. Так что виноград начинает цвести. Еще напишите в комментариях, что вы хотите узнать о выращивании винограда. Вот именно июнь, июль, август, что вам интересно, пишите в комментариях, спрашивайте, я сниму видео с ответами на вопросы по винограднике. Что вас интересует, то и пишите, я буду отвечать. Ставьте обязательно лайки, кому понравилось видео. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Будем наблюдать вместе за виноградником. И что-то, возможно, с моих рассказов вы себе такое полезное зачерпнете. Что-то узнаете, возможно, новое. Вот сегодня хочу сказать, что усики я не обрываю, оставляю. Они потом отсыхают. Многие говорят, что их надо обрывать, потому что они забирают на себя много питания. Да ничего они там не забирают. Я их оставляю. Кстати, на 11 июня я уже сделал две обработки винограда. Первая была, когда было на паганах от 5 до 7 листочков. Вторая обработка была вот 6 и 7 июня. Два дня я обрызгивал, потому что много винограда. Это уже перед цветением. Вот 11 уже он начинает цвести. И теперь третья обработка будет после цветения. Не, так через 10, думаю, или может чуть больше, дообрабатывать. Ну а пока что всем пока, до новых встреч.